Специально для тех, кто интересуется бизнесом, читает книгу за книгой, посещает мероприятие за мероприятием, но страдает от недостатка мотивации, от непонимания того, что он хочет, от недостатка энергии, от какого-то еще недостатка. Повторяйте за мной. Я сейчас вас от этого недуга исцелю. Начните уже заниматься чем-то. Рекомендую сделать следующие операции. Ведь что вы, по сути, боитесь? Вы боитесь то, что у вас не получится. У вас происходит подмена понятий. Вы создаете иллюзию бизнеса тем, что вы развиваетесь. Но не делаете на самом деле нужные действия для того, чтобы бизнес, собственно, у вас был. Поэтому рекомендую скомкать все свои знания, все свои страхи. Вообще все. Возьмите, скомкайте, выкиньте. И сделайте следующее. Первое. Выберите 5 тем, которыми вы будете заниматься. Ну, к примеру, красная фасоль. Знаете, есть такая неплохая тема – красная фасоль. Возьмите и найдите доски объявлений, такие как Авито, Сланда, Из рук в руки, Пульс цен, сельскохозяйственные доски объявлений. И выложите там объявления. Стоят они, к слову, не так уж и дорого. И напишите, мол, ищете красную фасоль? Так вот, красная фасоль от 35 рублей за килограмм с доставкой по всей России. И будь что будет. Идите спать. На утро вам позвонит телефон. А может быть, он позвонит сразу же вам. Такое тоже может быть. Как это так, телефон позвонит? Но он вам позвонит. Вы возьмете трубку, сначала не зная, кто это. Возьмете голосом, который у меня обычно бывает с утра, там... Алло, да? Да, да. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, я тут это... По объявлению, мне нужно 20 тысяч тонн или там 2 тысячи тонн этой красной фасоли в Казахстан. Есть у вас вообще? И у вас тут перехватывает горло, вы не понимаете, что говорить, вы начинаете запинаться, припинаться и говорите: «Извините, можно я вам перезвоню?» Человек не понимает, он говорит: «Ну, хорошо, ладно, до свидания». Вы кладете трубку. Спокойно. Потом можете еще несколько раз так проорать. Потому что все ваши сомнения, все ваши раздумья, все ваши годы, проведенные за книгами, куда-то улетают. Потому что вы наконец-то сделали нечто, что действительно вас хоть как-то может приблизить к деньгам. Вы увидели, что на том конце провода денег больше, чем вы зарабатываете за год. И что вам осталось найти фасоль и понять, как ее продавать, как ее доставлять и много чего еще понять. Но самое главное, вы поняли, что главное, у вас есть клиенты, есть заказы. И вы начинаете метаться по всей квартире. Выбегаете в город, пристаете к прохожим и говорите: «Дайте мне фасоли!» И после этого крика, который похож на крик младенца. А это и есть крик младенца, ведь вы рождаетесь в бизнесе по-настоящему. Вы понимаете и начинаете действовать правильно. Вы о какой-то красной фасоли узнаете за пару дней больше, чем студенты сельскохозяйственных вузов узнают за 5 лет. Уважаемые страдальцы, энергии я обещаю вам столько, сколько у вас не было за всю свою жизнь. Но знаете, что нужно для того, чтобы она была? Нужно сделать то, что вы только что услышали, а не в очередной раз покивать и сказать: «Да, прикольно, действительно. Интересно».